Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала «Урожайный сад». В этом видео я покажу еще один простой способ подпитки всех цветов весной. И речь пойдет об овсянке. Дело в том, что в ней содержится множество полезных веществ, которые необходимы для нормального развития растений, их роста и цветения. Калий, магний, железо, фосфор, кальций. И это далеко не все, что содержится в овсяных хлопьях. Кроме того, подкормка дает еще растениям азот в результате переработки почвенными микроорганизмами. Получается комплексное удобрение, поэтому многие делают настой из овсянки и подкармливают им как свои культуры в огороде, так и комнатные цветы. Подкормка делается очень просто. Берем полстакана любых овсяных хлопьев, хоть самых дешевых, и засыпаем в литровую банку. Заливаем литром воды и настаиваем несколько дней, после чего раствор процеживаем и разводим 1 к 4 с водой и поливаем цветы под корень. Такая подкормка может восстановить даже слабые цветы, подтолкнуть их к росту и цветению. Надеюсь, данное видео вам было интересным и полезным. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.